Флот улей тиранидов парил над всеми мирами, населяя их омерзительными тварями. Тираниды уже торжествовали. Но в этих же мирах набирали себе воинов кровавые вороны. Орден космодесанта самого императора. И они не захотели сдаваться. Ветеран Таркус выдержал безжалостные атаки, дав возможность разведчикам Цируса нащупать слабое место врага. Пока Авитус обрушивал свою праведную ярость на ксеносов, Фаддей спустился к ним с небес на огненных крыльях. И Девианту, первый, кто пал в борьбе с тиранидами, вернулся к жизни в обличье могучего дредноута. Вывели в бой их всех, командор. Вместе вы пробились через пустыни Калдериса, через джунгли Тифона и через недра городов Меридиана. Вы встретились с безжалостным врагом и победили его. Но правда безжалостнее любых тиранидов. Одна угроза сменяется другой. Планета Аврелия некогда была сердцем сектора, домом для миллиардов жителей. Потом варп заштормило. Он вытолкнул Аврелию на новую орбиту, затолкав ее в лед и поглотив целиком. Тысячу лет варп держал Аврелию мертвой хваткой, творя с ней ужасные вещи. И вот теперь Аврелия вернулась. Она должна была оставаться бесплодной ледышкой, но с ее поверхности идет сигнал. Сигнал кровавых воронов. Зов о помощи. Командор, это Габриэль Ангелос. Мы приняли сигнал бедствия кровавых воронов из какого-то источника поблизости. Если братья из Ордена в беде, окажите помощь. Но опасайтесь западни. Ангелос, конец связи. Наши посадочные капсулы разбросало по поверхности, командор. Что-то сбило систему навигации. Надо собрать все войска вместе. Скажите это сейчас, пока не начал. Чтобы найти остальные капсулы, надо перебраться через эту стену, командор. Перепрыгните ее на прыжковом ранце. Дистанционные детонаторы и взрывчатка. Вот и все, что нужно, чтобы снести ворота. Во имя Ордена. Заряды установлены. Ящики снабжения нужны для пополнения запасов взрывчатки и других расходных материалов. Взломайте ящики, чтобы забрать эти припасы. Гвардейцы, что они здесь делают? Удерживайте свои позиции, космодесант! Я сказал держаться! Опустите оружие, гвардеец! Мы не подчиняемся вам! Убить их! Я могу очистить эти бункеры взрывчаткой! Если просто атаковать их нашим обычным оружием, мы застрянем надолго! Сюда! Атакуем врага!
Что-то не то тут творится. Ни один нормальный гвардеец не стал бы стрелять в космодесантника. Боюсь, этими предателями дело не ограничится. Впереди еще предатели, и они хорошо вооружены. Мои разведчики носят легкую броню, командор, так что нам не помешает прикрытие. Докладывай всерьез, а нам ведут огонь! Командор, ближайшая область зачищена, но необитаемый ледник на самом деле военный лагерь. Разве этот мир не появился из варпа? Если так, то кто-то появился здесь еще раньше. Гвардейцы-ренегаты, а я только было начал их уважать. Можете их ненавидеть, но недооценивать не стоит. Вот они! Готовьтесь открыть огонь! Предатели! Скорее, пока они заняты Таркусом! Надо вступить в бой на предельной дистанции и хорошо прицелиться! Благодарю, командор. Наша посадочная капсула при посадке попала под зенитный огонь. Уцелеть удалось только мне. И то еле-еле. И все же вы подставились под огонь, чтобы выявить ту засаду. Что об этом говорит Кодекс? Тактический отряд должен принимать на себя огонь врага, давая возможность отряду опустошителей атаковать с наилучшей позиции. Ха! Так и вышло! Это все похоже на ловушку, но сигнал бедствия по-прежнему откуда-то исходит. Надо поскорее найти его источник. Обычный имперский ретранслятор. Передает обычный сигнал бедствия кровавых воронов. Просто чтобы заманить нас. Координаты. 9,6 на 11,12. Заградительный огонь! Артиллерия! Очистить местность! Из укрытия. Они и вызвали огонь. Трусы. Надо эвакуироваться и бомбить эту ледяную глыбу с орбиты. Нет. Прежде чем эвакуироваться, надо обезопасить окрестности. Только блоки управления могут отследить и направить посадочные капсулы. А эти системы зависят от станции передачи. Так будем действовать, как космодесант. Найдем и уничтожим станцию. Я могу приблизиться к башне в тактическом построении. Враг не сможет меня остановить. Когда буду рядом, взорву ее осколочной гранатой.
Тактические десантники ожидают приказов. Начинаем тактическое продвижение. Впереди орбитальный ретранслятор. Если его захватить, у нас появятся обороняемые позиции для отступления на всякий случай. Кроме того, у наших отрядов будет подкрепление. Минут огонь! Бросить туда гранату! Опустошение нас под обстрелом! Thank you.
пути. Значит, нам надо следовать к точке эвакуации и уничтожить всех предателей, что встретятся по пути. Мы здесь как на ладони. Опасайтесь засады. Убивайте этих предателей, пока они не дали сигнал к атаке. Говори! Двигайтесь дальше, чтобы не попасть под огонь. Враг пошел в рукопашную, мы атакованы. Нам следует ждать скорой ответной атаки. Пожалуй. И все же, это хорошо обороняемая позиция. Держимся здесь. Тандерхок, Коготь Альфа на подходе. Удерживайте позицию. Есть. Мой отряд опустошителей должен занять позицию в той постройке. У нас будет простреливаться вся эта местность. К следующей цели, братья. Предатели готовятся открыть огонь, чтобы ослабить нас. Готовьтесь к штурму! Огневая подготовка! Противника.
чтобы не попасть под огонь. На подходе коготь Альфа. Глядите, они сворачивают наступление. А вы чего ждали от предателей? Чести и храбрости? В ответ на вероломство приходит возмездие. Пусть наши враги дрожат. Сегодня победа досталась нам. Отлично, командор. Гвардейцы поплатились за то, что предали императора. Надо узнать, кто эти предатели и откуда у них коды кровавых воронов. Но это мы выясним позднее. Второй ударный отряд, который я отправил на Аврелию, подал сигнал бедствия. Сержант Фадей и его штурмовые десантники уже готовы развернуться, а вместе с ними дредноут Девиантул. Это снова может оказаться ловушкой, капитан Ангелос. На этот раз передают полные сообщения, сержант. Посмотрите сигнал на планетарном экране и предоставьте им посильную помощь.